Но если ты хочешь стать известным, тогда успей поставить лайк за 3 секунды, и у тебя все получится. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки. Меня зовут Алексис, и мы продолжаем играть в крутые мобильные игрушки. А начнем мы с новой игры Erase Master. Суть данной игры заключается в том, что мы должны кое-что стереть, чтобы кое-что узнать, да? Короче, смотрите, стираем вот эту вот часть. Так, мы это сделали. А, стоп, погодите, нет, нам нужно это, наверное, ровненько стереть, да? Вот так вот. Не как-нибудь, да? А вот так вот аккуратненько стираем, стираем, стираем. И что сейчас? Да, смотрите, этот пацанчик, он подсматривает. Нельзя подсматривать. Что сейчас, ребята? Так, нам нужно сделать... А, короче, давайте мы просканируем, да? Ну, я думаю, что невеста что-то хотела пронести на свадьбу. Так, это еще не все, ребята. Бомба. Смотрите, вот тут мы еще бомбу нашли. И, возможно, еще что-то у нее где-то спрятано. Может быть, вот это вот? Да, ее ID. Все. Вы арестованы, мисс. Так, she needs some light. Ей нужен свет. То есть мы должны просто дорисовать здесь лампочку. И все. Появился свет. Так, дальше. Where's the ball? Где шары? Так, вот где шары, ребята. Да, она, короче, спрятала мечи или что там она сделала вообще. What are they hiding? Что они прячут? Ну, давайте посмотрим, ребята, что они прячут. Так, по-любому сейчас какое-то оружие. Монетку нашли. Так, хорошо. А что ты прячешь? Так, 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 так. Может быть, за головой что-то? Нет? Стоп, стой, 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 ребята. А, наверное, вот. Наверное, тут вот пластырь. Да, отлично. Мы с вами нашли его. Так, что сейчас? Get her some clothes. Так, погодите, я, если честно, не понял, что... А, короче, все. Я понял, ребят. Ну, нужно просто ее немножко приодеть. Так, нужно ее приодеть. Давайте мы это сделаем. Вот. Как тебе такое? Мама, ты довольная? Так, something is hiding. Что-то прячется. Ну, давайте мы посмотрим, ребятки, что здесь прячется. Аккуратненько стираем это все дело. Так, стираем, стираем. Ой-ой-ой, тут, наверное, будет что-то такое прям стрёмное. Но мне что-то кажется, ребят, что это, знаете, что будет? Наверное, какой-то котик. Смотрите, по-любому, наверное, какой-то котик. Так, мы это все стираем и... Да ё-моё, вы издеваетесь? Так, а если мы просто одну часть двери сотрем? Так, стираем вот так вот, хопа. Да, блин, ребят, если честно, как-то... а если вот так вот сделать... Просто стереть все тоже неверно будет. Просто как-то очень долго, да, вот это вот нужно стирать. Если бы резинка хотя бы была чуточку побольше, тогда было бы нормальненько. Так, а так получается, что резинка очень маленькая. Ну ладно, давайте мы уже дотрем тогда эту дверку. Если я уже начал ее стирать, то уже доведем, грубо говоря, нашу работу до конца. Нет, ну вы издеваетесь. Если просто одну дверку стереть вот так вот, что будет? Правильно, может быть, мы сделаем. А ну-ка. Да, ребятки, смотрите, здесь спряталась... я не знаю, кто здесь спрятался, но, короче, мы с вами выполнили эту миссию. Это у нас Idle Makeover. Ребята, посмотрите на этого страшилу. Что? А что нам сейчас нужно сделать? Итак, нам нужно нарастить ему волосы. Ну, давайте мы будем наращивать. И, блин, ёшкин кот, а у нас-то монеток, ребятки, смотрите. Ну, конечно, с каждым разом все больше и больше монеток тут нам прибавляется, да? Мы еще, кстати, вот так вот по 100 монет можем зарабатывать. Ничего себе. Так, у нас уже есть 3000 монет. Неплохо. Кстати, за каждую прокачку мы потом будем зарабатывать все больше и больше. А, это онлайн-трансляция. Так, что мы тут еще можем ему прокачивать? Так, face mask. Так, нам еще нужно ему лицо, конечно же, апгрейднуть. И волосы, ребятки, апгрейдим ему. Так, все отличненько. Можно еще вот сюда вот покричать. Эй, нам нужно больше денег. Больше денег. Смотрите. Ну, в принципе, лицо у него начинает как-то уже меняться, да? Вот уже мы сейчас масочку ему, конечно же, наденем на лицо. Так, он будет тогда такой красивенький весь. Так, еще совсем немножечко. И масочка, ну, масочка, наверное, готова или не до конца. Ой, фу, какие у него прыщи некрасивые, ребята. Очень некрасивые. Так, дальше. Teeth bracelet. А, короче, сейчас, ребятки, мы ему еще и брекеты поставим на зубы. Ребята, смотрите, ставим ему брекеты. Отлично. Зубы уже будут более-менее ровные, мне кажется. Так, дальше. 177 тысяч за бесплатно мы получили, ребятки. Смотрите, как круто. Опа, вот это я понимаю. Вот это бонус. Спасибо большое. Так, можно еще что-то здесь апгрейднуть? Это что такое? Так, подождите, подождите, подождите. Так, more offline income. А, offline income. Это все, когда я не играю, будем зарабатывать. Не-не-не-не-не-не. Спасибо, спасибо. Так, как мне вернуться обратно? Вот, возвращаемся, ребята. И давайте мы тогда сделаем вот так вот на x10.
и чтобы быстрее было. Так, и вот так вот просто прокачаем ему эту штуку. Давайте ему отрастим волосы. Теперь давайте вот эту вот штучку еще прокачаем. Так, брекеты установлены. Конечно, много денежек мы с вами зарабатываем. Так, тоже for free. Так, смотрите, тоже что-то бесплатное. Я не знаю, что это такое. Что это вообще за ерунда такая получается. Но это бесплатно. Так, а следующее, смотрите, 3 миллиона за 15 кристалликов. У нас только здесь 10 кристалликов, а мы получаем кристаллики за какие-то вознаграждения вообще? Или не получаем? Наверное, что, ребята, мы не получаем. Блин, если бы можно было получить халявные кристаллики, я бы сейчас бы, ребят, купил, знаете что? Я бы сейчас бы купил, сейчас вам покажу, что. Погодите. Вот, 3 миллиона. 3 миллиона это, в принципе, довольно-таки нормальная сумма. Так, давайте мы уже отрастим ему полностью волосы. О-хо, красавчик, просто слющий. Так, дальше. Provision. А, это глаза, типа, да? Будут уже более выразительные, наверное, у него, или что? Ну, скорее всего. Так, мы еще прокачаем ему зубки. Еще прокачаем ему face mask. И, в принципе, это все, ребятки, что мы пока что можем ему прокачать. Мы еще в эту игрушечку поиграем, а пока давайте будем открывать другую игру. Это у нас новая игра, которая называется Flooring Crazy, ребятки. И, в принципе, вот что нужно здесь сделать, оказывается. Так, окейшки. То есть у нас есть блоки. Смотрите, ребятки, у нас есть блоки. Хоп, а мы потратили с вами 4 блока. Теперь, хоп, мы взяли еще 11 блоков. И все. Мы в итоге с вами замазали всю эту тему и получили, в принципе, еще так, и еще даже у нас там что-то осталось. Так, хорошо, и хопа, 2 блока осталось, отлично. Так, следующий уровень. Так, ну тут, наверное, нужно сделать следующее. Вот так вот, ребятки, сделаем. Так, отличненько. 9 блоков у нас еще осталось. Отлично. И, опа, 4 блока осталось. Супер. Если бы чем больше блоков у нас оставалось, тем больше денег мы зарабатывали, было бы прикольно. Так, окей, 8. Теперь давайте сделаем следующее. Давайте мы сделаем вот так вот. Так, а, кстати, если я... Оу, щищ. А стоп. Мы с вами можем ходить по этих блоках. То есть по уже по расставленных блоках, ребят, мы можем ходить с вами. Так, только единственное... А, все. Вот так вот. Да, отлично. Мы с вами выполнили эту миссию. То есть по проставленных блокам мы можем ходить. Это реально круто. Так, сейчас что? Сейчас давайте мы пойдем вот сюда. Вот, возьмем эти блоки. Так, еще 6 блоков мы взяли. Отлично. Теперь давайте вот сделаем следующее. И все, смотрите, 2 блока. Почему постоянно остается 2 блока? Там либо 2, либо сколько там. Так, окей, дальше. Сюда мы пойдем, ребятоньки. Берем этих 8 блоков. Вот этих вот еще 8 берем. Так. Ну, нам нужно взять как-то вот этих вот 12, я думаю. Блин, все, мы проиграли. Ребят, мы проиграли с вами. Знаете почему? Потому что все, блоки закончились. Да, проиграли. Так, нет. Видос я смотреть не буду. Я лучше реплей. Мы лучше переиграем с вами это дело. Так, надо сначала как-то забрать этих 12 блоков. Во, все. Вот теперь, ребят, можно и играть. Так, нам с вами нужно заложить все, что здесь есть, да? Я так понимаю. Так, теперь давайте возьмем еще вот этих вот 8 блоков. Так, отлично, еще вот этих вот 8 блоков мы взяли. И тут у нас еще осталось совсем чуточку. Так, все, мы с вами выполнили эту миссию. И давайте постараемся пройти еще хотя бы, ребятки, одну миссию. Так, берем эти блоки. Так, берем эти блоки сюда. Есть. Пока что мы, мне кажется, делаем, ребят, все чики-пики. Все правильно. Так, ты сюда. И еще нам надо как-то один блок этот доделать. Все, отлично, миссия выполнена. Следующая игра это у нас Hyper Jump. Нам нужно наполнить, ребята, этот вот тракторочек. Так, до зеленой полосочки. И все, есть, следующий. А, только один трактор и все. Так легко. Хорошо, что сейчас? Give them the correct grade. Короче, нужно им дать правильное образование. Итак, what does up but never comes down? Что летит в гору, но никогда не падает? Так, наш ответ. Возраст? Да, ребят, может быть возраст. И это правильно, да? Отлично, мы с вами выполнили это задание. Все-таки как хорошо, что я хоть немножечко знаю английский язык. Так, что сейчас? Нам нужно бегать. Ага, нам нужно просто не попадать по этой штуке. Так, ну хорошо, тут нет ничего такого сложного. Мы преодолеваем полосу препятствий. Да, смотрите, какое замечательное небо. Что-то еще... А, это уже другая миссия или что? Или это еще та же самая миссия? Да, та же самая миссия была, просто небольшая анимация. Что сейчас? Так, fill the up. Так, нам нужно заполнить это все дело вот таким вот образом. Так, все есть. Следующая коробочка.
Блин, а вообще кто упаковывает, ребятки, овощи? Овощи. Ну зачем это делать? Они же испортятся. Ну серьезно, еще мы посыпали, такое ощущение, что какими-то таблетками, серьезно. Так, what's wrong? Что случилось? Нам нужно, ребятки. Все, мы просто эту штучку поставили на место. А, и ковер сюда, вот посередину. Вот теперь красиво, реально. Ну теперь можно заезжать и жить туда. Так, снова нам нужно ответить правильно на вопрос, ребят. Давайте будем внимательно его читать. Итак, dogs are better than cats. Так, собаки лучше, чем коты. Ну, ребят, я не знаю, я думаю, что да, собаки, они как бы, они вернее, чем коты, то есть, они, ну, преданнее, она постоянно вас ждет с работы, ну, собачка, а кошка, ему главное, чтобы вы только дали ему поесть, и все. Объединяем эти комнатки, и все, миссия выполнена. Это, кстати, уже, ребята, 31-я миссия, если, ой, 35-я. Если кто-то не заметил. Так, нам нужно сейчас что сделать? Нам нужно, наверное, их обезвредить. Да, мы это сделали и с легкостью прошли эту миссию. Окей, следующая миссия. Что сейчас? Так, only apple. Так, это мы забираем. Короче, только яблоки должны, ребятки, идти по этой... по этому эскалатору. Так, хорошо. Ой, смотрите, как прикольно. Можно поездить немножечко. Эй, уйди с дороги! Ладно, свернем. Чё так много встречных? Я не понял вообще, что случилось. Да, мы выиграли с вами снова. И давайте, может быть, тогда еще одну миссию пройдем. Нужно спасти барашек, ребятки, от этих волков злых. Ну, вот так вот мы делаем. Все, теперь вы их точно не достанете. А сейчас мы с вами поиграем Harvest Eat, ребят. Мы уже, в принципе, прошли с вами два уровня. Вот еще немножечко и пройдем третий уровень. Я прокачал свою косу. Потом у нас уже открылось новое поле, как вы и заметили, ребятки. Это уже такое красненькое поле. Мы вообще, я не знаю, это, наверное, мы собираем, ну, типа пшеницу, но эта пшеница уже явно, ребята, созрела, прям даже перезрела. И тут еще немножечко, и все, мы полные, отлично. Так, нам нужно, ребятки, вот сюда вот это все продавать дело, и мы зарабатываем с вами денежки, и можно апгрейдить. Так, давайте мы проапгрейдним нашу косу, weapon, ну, то есть оружие. И больше у нас пока что, ребята, нету ничего. Так, upgrade farm. Можно ферму апгрейднуть, но тоже, ребятки... Ой, это что такое? А, это за видео, я понял. Но апгрейдить ферму мы тоже не сможем, потому что у нас мало денег. Чтобы это сделать, ну, чтобы ее апгрейднуть, там нужно было минимум 400 монеток, по-моему. Да? Ну, 400 монеток это довольно-таки много, если честно. А за подсолнышек что-то нам дают больше? Наверное, что, ребята, нет. Наверное, что больше нам не дают. Нам нужно здесь все, абсолютно все собрать, все, что есть на этом поле. Только тогда у нас откроется что-то новое, какой-то новый уровень. Вот если бы реально, знаете, было очень много денег в этой вот игре, я бы взял и, ну, не знаю, прокачал бы все... как бы максимально быстро. Ну, короче, я бы максимально все попрокачивал, ребятки, чтобы быстро собирать эти урожаи. Так, хорошо, 400 монеток мы заработали. И давайте мы, наверное, апгрейдим нашу ферму. Так, все, хопа, мы это сделали. У нас появился трактор. А, я могу? Так, погодите. Unlock pets. Короче, на третьем уровне, ребятки, мы с вами сможем уже взять этот трактор. Представляете? А до третьего уровня у нас здесь не очень-то, в принципе, далеко. То есть, я думаю, что мы еще даже сегодня с вами сможем поездить на этом тракторе. Вот когда мы уже реально с вами, грубо говоря, сядем на него. Вот потом, ребята, тут у нас пойдут баблишки. Так, взять денежки. 200 монеток всего-то навсего. Ну, 200 монеток как-то маловато, маловато. Мне бы побольше. Мне бы там хотя бы с 200 тысяч. Вот 200 тысяч было бы в самый раз, ребят. Так, еще чуть-чуть, и наша ферма будет, грубо говоря, ребятки, прокачанная. Так, давайте мы это продаем. И что мы можем купить? Может быть, вместительность? Ладно, давайте мы купим вместительность. Пусть будет 150, чтобы мы не так часто, ребята, с вами ходили, выгружали все это дело. Я хочу уже, знаете, до конца все-таки дойти до третьего уровень. Ну, мы пройдем его, ну, еще буквально секунд 20. То есть это не очень долго будет. Даже, наверное, меньше. Каких 20? Все, вот уже и третий уровень, ребята. Так, есть. Открыт третий уровень. Так, теперь мы, наверное, сможем пойти вот сюда вот, да? Так, хопа. В смысле, почему нет? Так я же дошел до третьего уровня. Что за прикол? Нам, может, преодолеть его нужно, как бы, этот третий уровень? Ну, давайте мы чуть-чуть тогда выше поднимемся, ребятки. Поднимем эту шкалу повыше. Но там же написано, что... вот, все, мы уже выше. Смотрите. Unlocked pet as farm level. А, наверное, что еще ферму нужно качнуть. Ребята, все. Все, прокачали ферму. И вот сейчас можно, наверное, тракторочек этот брать. Да? Получается. Или что? А где он? Он вообще исчез, ребят. Так. Смотрите, я пока не понял. Что у нас открылось? Что у нас открылось новое?
Пока что без понятия, ребятки, что у нас реально открылось новое. Короче, ладненько, я думал, что мы покатаемся сегодня на тракторе, ребят, но походу, что... Нет, мы сегодня это не сделаем, уже в другой раз. А пока давайте открывать следующую игру. А сейчас мы поиграем в наш любименький Бравл Старс. Ребятки, будем играть за Бо в режим нокаут. Это, короче, тот режим, где если вас уничтожат, то все. Короче, вы не возрождаетесь. Поэтому очень важно, чтобы вас не уничтожили с первого раза. Итак, мы прямо на центре находились. Ой, смотрите, тут, в принципе, все выбирают, ребята, дальников. О, спэм, привет. Ну, подходи сюда поближе чуть-чуть. Мы сейчас тебя тут размочим быстренько. Так, это кто стреляет тут этими плюхами? А, это наши союзники. Так, все, одного мы грохнули. О, привет, Дэрил. Так, мы этого Дэрила сейчас тоже, может быть, перебьем. Так, ребятки, здравствуйте. Ну, их осталось двое, в принципе, а наших... О, давай на бомбочку, есть, все. Он взорвался благодаря моей бомбе. И еще осталась одна... подруга, да, и все. И мы ее уничтожим и выиграем. Так, здравствуйте. Так, давайте мы еще вот сюда вот ультанем немножечко. Так, ну уже, давай. И вставай на мои ловушечки. Так, еще один разочек, ребятки, в нее зарядить, и все, и мы выиграли. Так, вот где она появляется, ребята. И получай! Есть! Моя стрела, ребятоньки, ее догнала. И мы выиграли. Так, отлично. Так, тут у нас сразу заряженная. Ничего себе, заряженная подруга. Так, Пэм, сразу мы выносим, ребятки. Дэрил нападает, да? Ну, здравствуйте. Здравствуй, Дэрил. Давай мы тебя тогда тоже уничтожим. Ты куда? Ты чё уходишь? Все. Минус Дэрил. Ребят, отлично. Так, тут никого у нас нету. И... А, последняя еще она осталась. Это вот, как ее зовут вообще, ребятки? Эмс, да? Ну, по-моему, ее зовут Эмс. То есть, вот мы с вами, в принципе, затащили Алексис Плей, звездный игрок. В принципе, нормально. 8 кубков заработали, вообще на изи. А сейчас за этого бойца, ребятки, давайте мы сыграем с вами в одиночное столкновение. Ох, смотрите, что здесь происходит. А ё-моё. Сколько тут банок? Ну ладно, давайте мы тогда залутаем сразу этих две банки. И убежим куда-то. Так, можно еще вот эту вот залутать, одну баночку. Так, все отлично. Ну, короче, наш будет центр, ребята. Так, где тут еще есть банки такие, которые не залутанные? О, привет, привет, пацан. Давай-ка, дай-ка я пару раз тебя запущу своей торпедой. Так, вот тут я вижу баночка. О, тут еще, смотрите, эти чуваки хотят союзниками играть, типа, да? Вау, Шелька, блин, сидела просто в засаде, ребята. Короче, я думаю, что нам нужно просто поменять бойца. Давайте мы сыграем сейчас в этот же самый режим, но просто единственное, мы поменяем бойца на... Сейчас, нам нужен какой-то ближник, да, ребята, нам нужен Эдгар. Вот кто нам нужен, ребятки. Было бы здорово, если бы мы сейчас еще не в центре заспамнились. Ну, блин, ну ладно, давайте, короче, так и быть. Бежим быстро вот сюда вот, просто резко. Так, лутаем сундук. Давайте тогда вот этот вот залутаем сундучок. Так, есть один. И сейчас мы залутаем еще резко второй сундук и заходим, ребятки, внутрь. Все, вот сюда вот заходим внутрь. Так, хорошо. Мы можем, в принципе... Так, смотрите, что это такое. Так, давайте мы это возьмем. Так, отлично, отлично, спасибо за баночку. Спасибо тебе за баночку. И здравствуйте. Так, все, мы его уничтожили. Так, хорошо. Ребят, это наши, грубо говоря, ловушки. Ну ладно, давайте мы тогда уже ее заберем, эту вот штучку. Так, все, отлично. И заходим вот сюда вот. У нас тут уже есть одна ловушечка. Так, ну-ка. Никто ее не хочет забирать? Серьезно? Ладно, давайте тогда уже я ее заберу. Уже таки быть. Так, все, у нас уже 6 баночек. Это хорошо. Все-таки за Эдгара, ребята, мы тут по-любому с вами затащим. Сколько там еще? 3 бойца осталось, да? Так, мы вроде бы не спалились, ребятки. Так, одиночное столкновение. О, ё-моё. А с кем это мы будем сражаться? Тот парниша находится, наверное, ребята... так, а где он находится? Он находится где-то в центре. Так, он, по-моему, ребята, вот тут вот находится, если я не ошибаюсь, конечно же. Так, скорее всего, да, он находится в центре. Вот где он находится. Блин, я еще взорвался. Это у нас Ро, получается, да? Ребятки, это у нас заряженный Дэрил. Ого-го. Давай, подходи чуточку поближе. Давай. Давай мы делаем так вот. Е-бой! Так, отлично, он убежал, и мы сейчас его размочим. Да, ребятки, мы выиграли. Но против Дэрила сложно было, конечно, противостоять, потому что он тоже очень крутой ближник. Но мы лучше всех, ребят. Да, это правда. Ладно, открываем тогда другую игру. Сейчас мы, ребятки, поиграем с вами в Angry Birds 2. Первая птичка. Я думаю, что это будет первая и последняя, потому что... А нет, мы их не добили, ничего себе. 4 хрюшки осталось. Вот, короче, бомбер. Ребятки, ну я его называю бомбер. А знаете почему? Потому что он делает вот так вот.
он сносит все на своем пути. На изи. Так, следующая миссия. Тут получается, чтобы пройти одну миссию, нам нужно выполнить две подмиссии. Это наша быстрая птичка. Так, нужно вот сюда вот зацелить и разгоняемся. Опа, есть. Так, отличненько. И, в принципе, наверное, что эта башня, ребята, рухнет, мне кажется, да? Ну, практически рухнула. Так, теперь нам, ребятки, нужно добить еще вот этих вот. Давай. Опа, блин, все, мы, наверное, проиграли. Или нет? Давай, башенка, падай. Есть! Отлично, ребят, мы истратили всех наших птичек, но мы выиграли. Да, это хорошо. Это очень хорошо. И мы прошли это все на 3 звезды. Круто. То есть ничего дополнительного мы с вами не брали, просто взяли миссию и прошли ее на изи. Кстати, где-то скоро вот мы уже, наверное, сможем с вами открыть новую птичку. Ну, у меня пока что только 3 птички. 3 либо 4. Да, 3, ребятки. У нас нет еще этого красного реда, по-моему. Так, здравствуй, бомбур. Смотрите, ё-моё, он их просто раскромсал. Так, все. Мы потратили одну птичку, прошли эту миссию. Вот нужно было его, наверное, ставить на вот это вот, ребята. Так, 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 нужно как-то их толкнуть. Ну, давайте мы сделаем следующее. Давайте мы сделаем сначала вот так вот. Опа, так, все, эта башня, ребята, упала. Да, отлично. И это даже тоже башня упала. И у нас осталась еще вот эта вот одна единственная башенка, и все. Да, это, конечно, птичка вообще мостная, та первая была. И все, ребятки, мы снова с вами проходим эту миссию. И еще последняя миссия на сегодня. Тут у нас, ребятки, есть босс. Так, давайте мы попадем еще по этой штуке, и мы обязательно ее сейчас заберем с вами. Вау, круто, разлетело все во все стороны. И мы сразу проходим с вами эту миссию на изи. И вот тут вот у нас где-то должен быть босс, мне кажется. А, вот он, ребятки, вот эта свинья злая. Так, давайте мы прям просто прямое попадание по нему делаем. Вот так вот. Вот это мы его, ребятки, вальнули. Все, наш бомбур с ним разобрался. Ну, он реально очень сильный, ребятки. Ладно, давайте пока открывать другую игру. А сейчас мы с вами продолжаем, ребятки, играть в Локи Крафт. Но единственное, что начался вечер. Так, у нас есть кроватка. Да, ребята, у нас есть кроватка. Я предлагаю ее поставить и лечь быстренько спать. Потому что ночью я играть не люблю. Ночью в Локи Крафте очень и очень опасно. Давайте мы тогда соберем нашу кроватку, которая, грубо говоря, спасла нам жизнь. Вот эти вот зомби, которые сейчас будут сгорать. Здравствуй, зомби. И вообще, уйди от меня. Так, давайте мы возьмем его опыт. Так, это все монстры, которые здесь были? Да? Серьезно? Что-то их очень мало. Давайте мы зайдем в инвентарь, посмотрим, что здесь у нас вообще есть. Итак, у нас здесь есть мечи, у нас есть какая-то броня. Ну, считай, что нету. Так, что нам сейчас нужно добыть? Нам очень важно, ребятки, сейчас добыть себе железо. Ребят, очень важно. Поэтому давайте мы возьмем вот так вот кирку нашу и где-то будем что-то добывать. Меч в руку. Можно, в принципе, еще и мясо добыть, потому что мяса у нас тоже, ребятки, маловато. Давайте мы это сделаем. Я вот тут вижу Хрюшечку. Хрюшка, извини, конечно, но мне придется тебя уничтожить. Так, здравствуй, Хрюшечка. Так, два раза, и Хрюшки нету. Забираем ее мясо. Так, и, ребятки, в какую бы нам сторону с вами пойти, да? Вот у нас какая-то мини-пещерка. Я здесь вижу уголечек. А это что такое? Мне что-то показалось поначалу, что это железо. Но не, ребят, это далеко не железо. Так, ну ладно, давайте мы тогда хотя бы этот уголь уже заберем, потому что уголь тоже нормальная тема. Так, есть, и пробежимся, ребятоньки. Ой, вот еще есть уголечек, но, блин, мне бы, знаете что, мне бы железка. Мне бы железо. Сколько у нас угля, кстати? А, у нас угля, в принципе, достаточно, ребят. Да, то есть мы можем сейчас с вами уголь, в принципе, не собирать. Нам нужно железо. Вот еще целая куча угля. Ну, давайте, пока, в принципе, только утро, ребят. Я думаю, что мы себе можем позволить, чтобы спуститься в пещеру. Но вот туда вот вглубь мы конечно, спускаться не будем. Так, у нас только 3 факела. Давайте мы это осветим немножечко. Дело. Так, и это у нас уже выход, да? Да, нам нужно, ребятки, скрафтить себе факела. А вот и железо. Ребята, вот и железо. Не зря, конечно, мы сюда с вами зашли. Давайте мы его добудем. Если я хочу, например, скрафтить железную кирку обязательно. И железный меч. А потом уже, ребята, будем крафтить себе какую-то броню. Все. В принципе, на кирочку у нас есть. А на меч еще не хватает одного слитка железа. Может быть, тут у меня есть... А, погодите, 5 слитков. Все, отлично. Значит, хватает всего. Просто, наверное, у меня уже один слиток был когда-то.
когда-то давно я его еще добыл. Так, ладно, давайте будем тогда выходить отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, где я еще выкопал, получается, затопил немножечко ту пещерку. Неудачно выкопал я водичку. Давайте тогда вот тут вот мы расположимся, в принципе, возле воды. У нас есть здесь печь. Да, у нас есть здесь печка. Ставим ее сюда вот. Теперь, ребятки, ставим сюда вот наши слитки. А сюда мы, ребята, ставим уголечек. Все, пусть тогда это все переплавляется. А тем временем мы можем с вами уничтожить еще одну хрюшечку. Привет, хрюшка. Так, и пожарим, ребят, заодно мясо. И перекусим. Я, конечно, сейчас есть не очень сильно хочу, но это, как говорится, вопрос времени. И я заметил то, что тут у нас есть еще одна небольшая такая пещерка, ребята. Смотрите на это, ребята. Вот это, конечно, нам фартануло. Очень фартануло. Давайте мы тогда заберем еще вот это вот железо. Прям возле железа, ребята, хожу, представляете? Возле железа хожу. И вот еще слиток железа. Так, отлично. Отлично. И это, по-моему, все, да? А, вот еще есть слиток железа. Супер. Еще 4 слитка, ребята. Блин, как же нам фартануло. И это еще не все. Тут у нас есть вот еще несколько слитков. Так, 2 слитка железа. Вообще, с железом уже как-то чувствуешь себя более увереннее, что ли. Так, это вот наши ненужные блоки какие-то, которые мы можем, ребята, истратить на то, чтобы подняться. Давайте поднимаемся. Так, и вот наша печечка. Так, мы сейчас добавим сюда еще немножечко железка. Так, давай подкидываем. А пока оно, грубо говоря, формируется, мы с вами себе сейчас покрафтим кое-что здесь. Так, берем наш верстак, ставим его сюда вот. И, ребят, смотрите, что мне нужно. Мне нужно. Так, погодите, а где же мои железные эти, как его, кирка? Например, я хочу себе железную кирку скрафтить. Почему я не могу это сделать? Чего мне не хватает? Мне не хватает палок? Да, мне, наверное, не хватает палок. Давайте мы тогда сделаем вот так вот. Все, есть палочек, теперь хватает. Железная кирка, ребята. Так, готово. И железный меч. Все, отлично. Супер, просто мега круто. Теперь мы вот эту вот кирку можем, ребята, знаете, что делать? Давайте мы ее вот так вот выбросим. В принципе, как в Майнкрафте, мы можем на Q это все выбрасывать, эти ненужные вещи. Ребятки, на этом свое видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи и пока!